I'm alive. Я тут сушу волосы своим допотопным феном. Бабочка, бабулечка, ты тоже хочешь посушить? Мой помощник, давай. Может быть, штаны наденешь все-таки? Да. У меня уже вторые сутки замочена фасоль. Смотрите, вот уже пузырьки появились. Это говорит о том, что ферментация пошла полным ходом. Я воду меняла вчера 2 раза. Вот сейчас уже эту воду вылью и поставлю варить. Самое ценное в бобовых крупах – это вот так вот их заферментировать сначала, а потом готовить. Так зеленую гречку ферментируют, и получается бездрожжевой, безглютеновый хлебушек. Вот, кстати, о гречке. У меня она прорастает. Зарождается жизнь. Готовлю лобио. Нарезала лук. Мы не любим лук, вы знаете. Но, знаете, когда долго варится, он прям тает и не чувствуется его. У нас вкусная кашка. Алоха, санды. Да? Кушай давай. Из шинжника. Мультика тоже кашка. Здесь зеленая гречка, пшено и... Киноа. Киноа, да, молодец. Я добавила разные специи. Хмели сунели, красный перец для остроты. И смотрите, они уже... Фасоль прям хорошо сварилась, но половину нужно взблендерить, чтобы такое было чуть-чуть пюре. Но при этом остались, ну, крупные фасолинки. Сейчас буду делать супер соус. Вот смотрите, у меня здесь лук и укроп. Солим. Так, приличненько. Поливаем лимоном. Сейчас я выдавлю. Вот у меня лайм и лимон. Прям вот так вот хорошенько. Можно еще побольше. Теперь все это хорошенько вот так вот проминаем, чтобы лук дал сок. У меня есть вот такой постный майонез. Можно полностью вот просто вот это все залить майонезом. Будет вкусно. Но я хочу разбавить тофу. Вот такой у меня жидкий, шелковый. Это все в блендер отправляем. Короче, надо сейчас сделать такую консистенцию, как майонез. Это вот тофу и заливаем майонезом. И все, соус готов почти. Вот такой супер соус. Вообще вкуснятина нереальная. То, что надо. Мы на скорую руку готовим картошечку. Хотим сделать в лаваше. Сейчас поджарю в духовке с чесноком. Соус сделала Саня на кухне. Осторожно. Он делает для лаваша. Мелкие помидоры. Да, начинку. Смотрите, какая картошечка. Отправляем ее на 40 минут. Куда? Духовку. Вниз, вверх? Вверх. Короче, Сайбель сегодня готовит нам лавашики. Лаваш разваливается. Вот моя картошечка пришла. Можно мне одну взять? Если руки чистые. Бери, Вова, бери. Бусик, картошечку можешь брать. Смотри, смотри, какой молодец. Вова. Зачем так? Вова, ты чего творишь? А? Выбражулька. Бусинка. Вова, нет, пальчиками бери. Класс, вот Галя сделала лепешки безглютеновые нам объедением. Кайф. Грибы, огурчики, помидорчики. Че, тема? Вова! Блин, тема. Тема темная. Давайте ваш лаваш заверну. Климотик, как тебе? Артем, бери донор. Так, вот, на, вот этот вот бери. Очень красивые рисунки это, у вас получились. Смотри, мне нравится. Супер, можно... Смотри, мокрая, да, еще? Ну, уже нет. На улице же мы стояли. Сушили, да? Красиво, у вас обоих классно это очень. Молодцы. Напиток. Я уже сварила гречку, чистую часть, а эту заморожу.
либо йогурт сделаем, либо просто сварим. С маслом у меня любят все. Вот столько гречки отправится в морозилку. Еще у меня здесь сваренная фасоль, ее тоже надо определить. Половину сейчас заморожу и половину варю завтра в обе. Смотрите, вот столько фасоли оставила, столько заморожу. И еще, смотрите, это вот ценная жидкость, очень полезная, белковая, аквафаба от фасоли. Я ее оставляю, и вот еще на борщ оставила коробочку, баночку. У нас тут суета, Саня пылесосит. Клим срочно лепит Бамблби или нет, Оптимус Прайм это у него. Я мою овощи. У меня тут бесконечное количество фруктов, овощей. Вот виноград уже помылся. Можно его выложить. У нас Дашуля такая мамочка для Вовы. У нас получился такой утка-робот, где уточка сидит. Да. И такой домик, где сидит человечек. И сидит такая белочка. Вовчику так интересно с Дашей играть. Во, во. Да, во. А давай еще такую поставим сюда. А Климотику интересно лепить. Он тоже молодец. А знаешь, как я придумала? Все по своим интересам, да? Только вот я уже там рядом поставлю. Значит, я уже взрослого лепила. Я тут. Еще там кое-кто прячется. Все, дай мне на 5 минут, пожалуйста, в ванну и бай будем. Бутёга пошел. Тут Клим построил штаб и ушел ночевать к бабушке Лизе. Вова, пойдем, Биби. Сломал. Это вот у Клима и Вовы называется домик на дереве. И только для этого мы и заказывали второй этаж. Тут чего только нет, всякие-всякие игрушки. Это у Клима парк аттракционов. Даже каска есть, одевай. Да. Нет, она так упадет. Вот так, да. Вот сюда? Да. Угу. Я уже готова. Бай. Жду Вовчика. Мы сейчас с Вовой спим прямо здесь внизу. Нам так хорошо. Сайбель меня просит, возвращайся. Сам просит. Знаете, однажды я вернулась, а он не может спать, когда я там... переворачиваясь по 100 раз, мешая ему уснуть. И, короче, я решила, что здесь нам спать идеально. Вот, вообще, я считаю, что ничего плохого нет, когда муж с женой спят в разных кроватях, под разными одеялами, никто никому не мешает, просто приходят друг к другу в гости, и все нормально у всех. Ты такой хорошенький, я не могу, божечки. Мое счастье. Вова, давай бай. Я так мечтаю. Пораньше лечь. Каждую ночь я хочу лечь пораньше. Уложить Вову, полежать на валике, почитать. Пока, кстати, Вова сегодня еще так долго поспал в обед. Мне кажется, я его сейчас долго не уложу. В общем, буду пытаться. Всем спокойной ночи. Вот эти вот все ожерелья, которые я ношу, это сделал мне мой сайт. Знаете, это самые лучшие драгоценности для меня.